Всем привет! 5 марта я клубням сажала глориозу. И вот на сегодняшний день она вот такая вот у меня выросла. Можете посмотреть видео, как я ее сажала. Начнем процесс. Я вот сейчас открою мешочек, разрежу. Сорт Ротшильда называют. Горизонтально. Вот просто на почву ложим. И присыпаем. Увлажнить чуть-чуть можно. Моей глориозке сегодня 24 дня. Очень хорошо растет. Такие листочки у нее уже. 26 день сегодня. Моей глориозке сегодня 30 день. С момента посадки садила я ее клубнем. Клубень, ну, наверное, пророс недели через две примерно. И потом она, в принципе, очень быстро пошла в рост. Сегодня, конечно, моя ошибка. Мне надо было сразу ее садить в плоский горшок. Потому что здесь вот опору мне не поставить. Горшок очень маленький. Я буду ее сажать вот в такой вот плоский. Здесь очень много дренажа насыпала, чтобы земли было мало. Здесь есть у меня отверстие, конечно, чтобы вода уходила лишняя. У глориозы очень хрупкие корни, так что это просто ювелирная работа. Сейчас ее просто пересадить в другой горшок, чтобы не повредить ей корни. Здесь я убираю вот эту вот опору, ей это вообще маленькая. Вот она, видите, прям цепляется. Вот. Она очень хрупкая, и она очень легко ее сломать. Так что я вот хочу ее потом вот такую опору поставить. Вот так вот. И ее просто наматывать, потому что это лиана. Так, ну все, будем. Теперь буду пробовать ее вытаскивать из горшка. Я ее аккуратненько хочу от стеночки методом перевалки хочу ее перевалить. Она вот здесь прям уперлась в стенку горшка. Прям мне страшно, честно говоря. Ох, как у нее клубень хорошо разрастается. Прям аккуратно-аккуратно. Вот видите, какие у нее корешочки. Грунт универсальный, я добавляла разрыхлитель. Здесь верховой торф, правда, есть еще. И перлит. Она любит, в принципе, плоские горшки. Земли, чтобы прям немного было. Подсыплю еще земли, потому что у меня там дренажа очень много. Так. И прям аккуратно, прям, чтобы не повредить корешочки. Вот это. Господи, вот так, потихонечку. Вот так. Вот. Ну, вроде я ничего не повредила. Корешочки она все расправит сама.
корню, даже вот еще здесь, вот даже сверху корни. Ну все, достаточно. Не надо ее сильно углублять. Она будет в... Корневая система у нее такая поверхностная, поэтому я очень много дренажа сделала. Вот поставила опору. Привязала ее так слегка шерстяной ниточкой, чтобы не повредить ей стебель. И вот она, в принципе, вот этими крючками, она вот сама потом найдет и будет цепляться. То есть я буду ее вот так вот наматывать сюда. Ей сегодня 37-й день пошел со дня посадки клубня. Она сейчас очень хорошо будет идти в рост. Прищипывать ее не нужно. Она сама будет ветвиться. То есть она начнет ветвиться, и там будут появляться цветы. Поставить ее нужно на солнечное место. И в то же время, чтобы в полуденное время притенять ее от солнца. Как мы зацветем, обязательно снимем видео. Ну все, всем спасибо. Пока-пока.